Сегодня я решил рассказать, вернее даже, она должна быть обратная связь. В моем случае это будет благодарность за подарки. То есть за подарки от подписчиков. Их накопилось немного, ну и немало. Поэтому я просто решил снять видео и поблагодарить каждого отдельно. Давно это видео должно было уже выйти. Обстоятельства все оттягивал я его. Ну уже все, короче. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Ну и благодарность, она не имеет, мне кажется, ни сроков, ни границ. Собственно, давайте о подарках, которые присылают, прислали, ну, возможно, еще будут присылать подписчики. Я думаю, стоит напомнить о компании StarT. Они мне неоднократно уже присылали подарки на тесты, наклейки Stick Hunt. Вот, Сергей, большое тебе спасибо. Это очень приятно. Продукция классная. У меня есть обзоры на эти наклейки. Уже не один. Там несколько обзоров. Так что я рекомендую вам эти наклейки. Это очень удобно, на самом деле. Эстетично и классно. Следующий подарок прислал подписчик. Зовут его Дмитрий Пивоваров. Дим, спасибо тебе большое. Реально классная штука. Ну, никогда бы себе не купил бы такую мелочь. Есть такие вещи, которые вот их нету, ну и не купил бы просто. Вот. Не то, что там денег нет или жалко. Но есть такие вещи. Вот Дима увидел, как я заряжаю патроны видео. И то, что они у меня там где-то падают по всему столу. Он просто написал, не мучайся, давай тебе пришлю такую штуку. У меня есть одна лишняя. Вот теперь у меня есть такая вот патронница. Под гильзы, ну под патроны. Классная штука. Сделан на станке ЧПУ. Еще раз, Дим, большое тебе спасибо. Респект, уважуха. Вообще очень приятно, что в моей персоне есть такое внимание. Следующий подарок прислал мне... Наверное, фамилию я не буду называть, потому что вещь-то она казенная. Зимний костюм армейский. Белочка. Одевать не буду, но я его одевал. Вещь вообще очень удобная, очень продуманная. Весь на веревочках, на застежечках. Ну, вещь классная. Я так понимаю, какая-то она элитных войск. Человека зовут Семен. Семен, тебе большое спасибо от души. Честно говоря, тронул. Просто человек написал, вот решил тебе сделать такой подарок. Хочу смотреть твои видосы, чтобы ты зимой ходил в настоящем армейском костюме. От души спасибо, Семен, тебе. Тоже респект и уважуха. И, собственно, на сегодняшний день последние подарки мне прислал Вячеслав Тимофеев. Вот, собственно, футболки. Три штуки подарок. Представляет он компанию Горка РФ. Вот, тоже, Вячеслав, большое тебе спасибо. Футболки на самом деле классные. На Stick Hunt и на Горка РФ ссылки будут под видео. Ссылка контакт будет Горка РФ под видео. Ну как бы вроде бы никого не забыл. Вот так. А, да, еще хотелось бы обсудить по поводу конкурсов. Часто спрашивают в личку, будут ли какие-либо конкурсы у меня. Конкурсы, знаете, их можно делать хоть каждый день, но хочется и уж сделать конкурс, так сделать, чтобы уже вещь была именитая, не безделушки дарить какие-то. Конкурс в любом случае будут. На какую-нибудь именитую дату или именитую такую круглую цифру. Если есть желающие проспонсировать компании или вы представитель какой-либо компании, не вопрос. Прорекламирую, расскажу о вас, подарим подарок, разыграем конкурс, подарим подарок. Я только за. Я все, что от меня зависит, я сделаю. Ну, как-то вот так вот. Ребят, еще раз, всем огромное спасибо за подарки, очень приятно. Отплачу своим видео, буду снимать ролики, также интересные, показывать вам. Ну все, еще раз всем спасибо. Дело нет, одни приходят с книжками для чтения, другие с целым ворохом конфет. А мне подарили белку, жука и синей.
зайцу, а мне подарили, мне подарили зайца, ежа и сову.